Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И перед тем, как начать смотреть это видео, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, а мы начинаем. Две мамбы и один ведущий. А все почему? Потому что сейчас мы будем стрелять с вами с обычного арбалета сил натяжения 120 фунтов и с усиленной мамбы сил натяжения 200 фунтов. Чтобы было проще ориентироваться, на усиленном арбалете стоит, на усиленном арбалете есть приклад, чтобы вам было проще ориентироваться. На обычной мамбе приклада нет. Стреляем по мебельному щиту шириной 18 мм. Давайте начнем с обычной мамбы. Мне чем нравится обычная мамба, тем, что ее очень комфортно заводить, и для дачи, для развлечения, вот лучше прям не придумать. Даже усиленная для этого не нужна, а скорее только мешаться будет. Ну, так или иначе, пробуем. Что влево, все опять полетело, но попали мы в щит. Теперь мамба только с усиленными плечами, сила натяжения 200 фунтов, заводить ее гораздо тяжелее. Что мы имеем? Это у нас первый выстрел с обычными плечами, опять полетело влево в край. Это у нас с усиленными плечами 200 фунтов. И вроде как обе пробили доску, то есть и это вон торчит, сейчас я вам покажу. И это торчит. Но с арбалет, который у нас с усиленными плечами на 200 фунтов, пробил гораздо сильнее и при этом еще в пень воткнулся. В то время как тут ничего за доской не было и просто вот стрела настолько затормозилось. Единственное, что у нас щит мебельный в целлофане, я думаю, если бы его не было, то как бы этот край доски отлетел бы, и стрела бы у нас тоже улетела бы неизвестно куда. Но вот оно осталось тут, так что так. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам видео понравилось. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч.